Коврино сформирован большой транспортно-пересадочный узел, построено метро Коврино, международный автобусный вокзал. И вот сегодня современный вокзал железной дороги на будущем МЦД-3. Сегодня это уже действующий объект, который улучшит транспортное сообщение для Зеленограда, Химок, Западного Дегунина, Ховрина. Ну и это первый станционный объект на будущем МЦД-3, которым мы с Олегом Валентиновичем активно занимаемся.